Привет, я Эрнест Монтаньоль, ведущий «Завершанный в России». Сегодня я покажу вам, как создать выразительный, весенний и безумно романтичный образ, используя новые продукты из коллекции Le Volume Chanel. Мы выбрали легкий флюидный тон на водной основе Vitalumer Aqua. Он прекрасно ложится и легко растушевывается как кистью, так и подушечками пальцев. Подчеркните линию бровей, используя тени для бровей Le Sourcil de Chanel. Оттенок теней для бровей выбирайте под цвет волос. Прокрасьте ресницы новой объемной тушью Le Volume de Chanel темно-фиолетового оттенка. Для макияжа век используем кремовые тени Illusion Domber бежево-золотистого оттенка. Тени можно наносить как кистью, так и подушечками пальцев. Затем рисуем стрелки, используя черный жидкий лайнер. Для данного макияжа я выбрал яркий, сочный оттенок матовой помады из новой весенней коллекции. И завершающим штрихом макияжа будут румяна из новой весенней коллекции Joue Contrast. Наносим их кистью на яблочки щек. Для придания лицу сияния наносите хайлайтер на выступающие зоны лица.